Дорогие друзья, сегодня рано утром на телевидении вся страна услышала печальную новость. Поддержите, пожалуйста, наш канал. Мы стараемся для вас каждое утро делать интересные выпуски. В данных новостях говорится о том, что несколько дней назад в Подмосковье при загадочных обстоятельствах пропал без вести известный российский актер театра и кино Семен Строгачев. Сообщается о том, что его автомобиль был найден в лесополосе недалеко от его загороднего дома. Деньги, документы, мобильный телефон, а также личные вещи актера остались в машине. Самого актера до сих пор нигде нету. Полиция и родные занимаются поисками. Больше пока рассказывать нечего, друзья. Мы готовим следующий выпуск с подробностями, который выйдет завтра рано утром на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на наш канал.